пёсики. Сидит тихо и не гавкает на чужих людей. Если кто-то будет чужой, ребят, ну, ребята с вами. Ну, тогда будем... О, я вас не заметил. Всем привет, ребят. Сегодня я буду идти гулять на улицу. Обычный денёк у меня сегодня. Ну, тогда поехали. Ну что ж, тогда пойдемте гулять на улицу. Пойдем к какому-то зрителю в гости. Так, кто у нас такой длинный? Это побыстрее. Флэш. Держите. И что за рычаг? Ребят, не стрёмно. Эх, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Походу реактор бабы, все жители. Вот, детеныш. Ай, блин. Походу реактор рванул, и все жители превратились в... Ух, ребят, пахнул реактор. Что с ней теперь делать? Пахнул реактор. Сосители посмотрели. Некоторые есть выжившие. И походу уже у нас зомби-апокалипсис. И этот кто-то? Этот кто-то? У кого-то уже было дома. Кажется, вошел реактор, и все почти жители, и остались некоторые выжившие. Мне фантом ударил. Да. Что, да? Ну, как по двору посмотрел,
Если брать дешевый, если его продать, а брать дорогой, он стоит. Проще, у меня есть дома ключи. Не знаю. Может, удастся увидеть какого-то из зомбаков. Выживший, мой сосед. Сосед поживет. Не нужен. Блин, бахнул реактор. Ну что ж это такое? Блин, животное, придется переезжать. Или тут оставаться выживать. Ай, меч. Да, у меня завалялся где-то голубин. Что вот если его зачаровать, как раз у меня был лабурит. Зачаровываем. Это... Я иду охотиться. Ненавижу железный берег. Я какой-то ремонтёр раньше поставил её. Да дойти охотиться. Эти зомби. Там у них ещё бронька была. Может, вы потом был один с алмазкой? Да, а может, это лучше, чем с алмазкой. Штанишки прям
красавенькие. Ну это он обрунял, почему и не будет у нас. И кот, наверное. Окей. Опа-на. Шлем, но он поломан. Ты, ну ё-моё, фантом, он целый. Пойди, пойди, пойди. Я не про тебя имел в виду. А ты его один шлем. Сейчас, ребят, я включусь. Подождите. Ребят, короче. Я вот из крафта золотых яблочек, но не знаю, не знаю. Вот это я понимаю, хп восстановились. Я выиграл главное кольчугу. Давайте, ходите. Все на меня и двое супер по одному ходить. Отойди, отойди от меня. Ребят, помогите. Зря я открыл реактор. Кожаный. Я думал, что один ко мне полетит. Кто-то... Ага. Штанишки и ботиночки. Прям целые. Я в первый раз такое вижу. Вот это. Станьте отбитыми. Хой спит, отстань, отстань от меня. Смотри, аромати, отстань. Нам бы главное кольцо выиграть. Все на меня. Иди, золотое яблоко. На. Ничего из него не выпало. Печально. Мне так нужна кольчуга ваша. Смотри на него. Опыт получил. О, овечка. Что? О, мама, ничего не
Отстаньте, отстаньте от меня. Отстань. Ой, зомби. Ой, зомби. Да, что ж такое? Зомби, это надоел. Этот летающий. Ну что, на жителя полезли? А что такое мышь, да? Ага. Из тебя ничего не попало. Из золотого яблочка. Встаньте от этого дома, вы ж уже... Наконец-то таки... На тебе, получи. Свидетеля отравили. Ну, мелкий. Да ну. Ничего нету. Нет. Еще. Вот тебе и фирма. Отстаньте, я сказал. Я сейчас полицию вызову. Отстаньте, вы меня... Отстань! Хотелось, да? Блин, на. Ауч, да сколько у вас тут криперов? Ты у нас на мушке. Кстати, что там реактор? Там до сих пор есть зомби. Стреляющийся, а? Смотрите. Ты... Там комната с сундуком. Нет. Мне надо есть золотое яблочко. А? Ходите, давайте. Что, не можете догнать, да? Ау.
Там зомби. И вот он. Ух ты ж, блин. Блин, это зомби апокалипсис. Блин, я убью тебя. Надю. Сходите в этот реактор. Вот про что я говорил. Надо убегать. Я спас выжив, что? Нас там так не было, на. О, хлебушек. Стремно выходить, ребят. Только видео записываю, уже начинаются тут какие-то зомби апокалипсисы. Уже все масло. Сойди домой. Короче, новый алмазный меч. Там в кольчуге. Бежим, бежим, бежим к нам домой. Там реактор, он почти взорван. А нет. Вот мой домик. Приветствую тебя, дружище. Так, главное не протыкаться. Там овощ. Эти тупые у меня уже птицы-зомби достали. Мне вообще не надо. Вот, возьму и выкину. Выкину эту мусор. Так. Заходим. Кто-то открыл дверь. Это я ее не закрыл. Словно, что бог еще на зомбике. И мне это казаться шоу. Так. Весь мусор не скажет. Ну, то есть не мусор, а полезные вещи, которые нам приводятся, складываем вот сюда. Настоящий алмазный меч. И идти уже воевать. Это мы можем покормить наших коровок. Так. Смотрим, как покормить кого. Так. Всё. Так.
Берем алмазики, чтобы скрафтить наш меч. Вообще меч и палки есть? Или дерево хотя бы? Слава богу, дерево осталось. Сначала мы крафтим вот такую вот схему под названием. Не знаю, что. Да что ж, я захожу. Так, ложим и крафтим немного себе деревяшек. Потом из этих деревяшек крафтим палки. Положим вот сюда. И крафтим наш алмазный меч. Да, вот. Похожим этот весь хлам. Почему я не научился на весь хлам? Это дерево на все наши последствия, вот. Теперь осталось зачаровать наш меч на новую страту. Всё. Теперь я точно одолею зомбаков и выйду из них брони. Бывает еще и без брони, но все равно. Ты все до моего соседа летит. Лопата. Думаете, что меня так просто одолеть? Лопата новая. Сидят, спи спокойно. Я пойду дальше одолевать наших жителей, ну, зомбаков. Капец. Там еще и с мечом стоит. Да ладно. Верно. Что ты такой быстрый? Уйди ты от меня. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня, пожалуйста. Сиди там. В реакторе у нас никого. Этот весь лес заражен. Ты ж блин, ох ты ж блин. Как меня? Ай. Пипец. Пипец, меня все окружают. Надо убивать. Отступаем. За реактор. Отстань от меня. Что ты не хочешь? Что ты не хочешь? Все на жителей нападают. Отстань от меня. Морковка, морковка, ты чего? Почему? Иди в яму, ты яму. Да отстаньте от меня.
надо. Может, собаку заводить? Я не знаю, но нет. Встань. Да встаньте уже от меня, отстаньте. Да ну, встаньте уже. Встань. На. Ай, блин, ребят. Маленький зомби, маленький зомби, маленький зомби. Я не хочу к нему попадать, кольчугу бы сейчас. Сейчас спит. Где-то. No. Иди сюда, мама. Только не это, только, только не это, только. Он меня не нашел, он меня не видел. Вот где-то близко. Где-то близко. Зашёл. Да. Зашёл. Да, ну, блин, черёдка длинчится. Отошёл, я сказал. Этот летающая птица меня уже задолбал. Зомби-птица. Нет, нет и нет. Только нет. Деревня уже почти рухнула. Да я. Походу мы будем поживать, ребята, в этой деревне. Так эти споты, спавнеры, как мне их сломать? Ай, где-то возродился. Одна, не. Не могу, убери своего маленького ребенка. Да отстань от меня, малыш, а?
крафтить ничего. Да, отстань его уже. Это не противоположный генератор. Да чё в нём постоянно мелкие? Капец. Это зомби-апокалипсис. Вообще. Оставит из меня фантом. Подай, давай, давай. Мембрана фантома. Заберем. Полезная вещь. Генератор. Да блин, уйди, 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 уйди. Я хочу, чтобы я играть исполнилось. Что? Встань, 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 встань. Так, у меня есть респиратор и зачарованная броня. Так. Так вот откуда вы зомби берутся. Это вся электрика. Вот про это я и говорю. Надо оторвать эту шму. Всё. Напряжения нету. Отстаньте от меня. Опа-на. Опа-на, опа-на, опа-на. Так, надо убить. Вот, я убил. Ну, у меня еще один золотой дыр. Давай, подсражаемся, давай. Ботинки золотые. Сломанные? Нет, целые. Стой, я тут, надо мне пройти в этот генератор. Надо мне сломать вот эти все радиоактивные деревья. И их... Да блин, уйди, 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 уйди. Уйдите от меня. Всё. Я прикинулся. Так. Надо забрать. Полез. Да блин, уйдите, 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 уйдите. Уйдите, уйдите, уйдите. Уйдите, уйдите, уже. Ну хватит, уже спальники, пожалуйста. Я на это оторвал все, что спальники постоянно. Пугались, да? Так, встань от меня. Стена ко мне, ко мне, ко мне. Да пошли на эту стену. Да блин, на меня. Стой, 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 стой.
Все. Какие нам эффекты прибавили? Да что ж это такое-то? Дот, стой! Надо пойти в этот генератор и сломать спавнер. Это вот зомбака. Да блин, отстой от меня! Уйди, уйди, уйди! Ё-моё, откуда вы? Откуда вы? Откуда вы от зомби бежите? Уйдите от меня. Уйдите. Железо. Лава. Теперь ко мне не проберется. Это весь вся деревня покрыта одними зомбаками. Я спас несколько живых. Кстати, живых причем. Овечек. Ну, овечек, коровок. Ну что, нормальный, не радиоактивный. Кстати, тут пшенички, тут неплохо. Угу. Можно так обидеться. Теленок у нас появился, ура! Если вся, ну, еще зомбака. Хорошо, что у меня не полезно. Но он ничего не сломает. Мой сосед пока что нормально. Хорошо, что наш сосед живой. Это слава богу. Плохие зомби. Плохие, говорю, зомби. Зомби плохие. Детективная овца, она может меня тоже погрызть. Так что, ребят. Самая лаборатория. Это у нас обычный жилищный домик. Так, отпаркуем. Идем на станцию. Кто-то взял, поставил себе рычаг. И тут жители были. Плохие-то жители, да. Надо разбирать потихонечку реактор. Thank you.
Что-то крутишься. Что-то крутишься, уйди от меня. Уйди от меня. Так, ребят. Блин, соли эти зомбаки, я не, ну, это переключи перечку до единой. А? Что, испугался? Так, тут реактор закрыл голову. Тут все зомбаки стоят. Да чё вы там стоите? Ну, отстаньте же от меня. Почему этот день устал? Какой-то ты был... телепортировался. А ты чё на меня смотришь? Реактор радиоактивен, но у меня есть зачарованный шлем и... респиратор, который дает воздух. Ну, все равно. Это опасная зона. Да, в ловушке ты, да, в ловушке. Ты в ловушке. Все на меня. К сожалению, ничего не выпало. Но этот бункер нам надо разбирать. И сделаем его нормальным. Почем? Даже деревья стали радиоактивными. Кольчуга, 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 нет. Кольчуга, ну блин, ты чё ты мелкий? Ребят, ну тогда, ну сейчас иду к себе домой. Что-то там зомбаки толкаются. Надо будет, ребят, в следующей серии взять сломать там все спавнеры и убавлять все зомбаков. И настанет утро, и все в деревне будет спокойно.
И я восстановлю эту всю деревню, если на канале будет хотя бы 10 лайков на канале, я выпущу новый ролик. Радиоактивное дерево. Радиоактивное дерево. Точка моего радиоактивного дерева. Так, я уже ректор уже покрылся радиоактивным деревом. Я своем уже покрылся прям этим радиоактивным деревом. Я из него могу сделать дом. Только надо как-то обезвредить эту радиоактивную смесь. Так. Золотой, сюда. Ну тогда всем удачи, всем пока. Ничего.